Следователи сегодня уже пообщались с главным редактором, журналистами комсомолки, которые беседовали с украинским военнослужащим в редакции и получили соответствующие координаты украинского гражданина. Более того, могу сказать, что следователи уже установили с ним контакт, и в ближайшее время мы сможем допросить его в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела о применении незаконных средств и методов ведения войны на юго-востоке Украины. Следователи планируют, во-первых, получить от него сведения, касающиеся предмета расследования, а также обстоятельств крушения Боинга, озвученные им в интервью изданию, для того, чтобы проверить достоверность этих сведений и их объективность.